Нефтеюганск готов к сотрудничеству и готов оказывать всестороннее содействие компаниям-партнерам. Достичь высоких показателей социально-экономического развития невозможно без привлечения инвесторов, обратился к гостям глава города. В Нефтеюганске сформировано 10 инвестиционных площадок, в основном это социальные и торгово-офисные объекты. Нам всегда интересно, когда приезжают потенциальные инвесторы, потенциальные партнеры в различных сферах бизнеса. И, конечно же, мы постараемся сегодня сделать все, чтобы они заинтересовались в нашем муниципалитете, чтобы сделали в своем графике город Нефтеюганск не просто проходной точкой. Визит делегации Российско-Узбекского делового совета – это продолжение договоренностей, которые были достигнуты с правительством Югры в рамках Инопром Узбекистан в Ташкенте в апреле этого года. Сейчас представители компании знакомятся с перспективными городами Югры и их возможностями, чтобы предложить свои услуги и продукцию. Большая часть компаний – это производители нефтегазопромыслового оборудования для доставки, бурения и транспортировки югорской нефти. Есть компании, которые связаны с обучением именно технологических процессов вот в этом же направлении. Есть компании, которые занимаются приборостроением, какая-то измерительная техника, неразрушающего контроля приборы. Есть компании логистические, транспортные услуги, железнодорожные и автомобильные. Это тоже очень востребовано. Есть компании, которые предлагают разработки летательных беспилотных аппаратов, вплоть до космических технологий, да, разведка как с высоты, так и глубина недр. Заходить в регион компании планируют через индустриальные парки. За время поездки уже познакомились с Сургутским и Когалымским. На этой встрече презентовали Нефтеюганский. На данный момент все площадки здесь почти заняты. За 3 неполных года с 2 резидентов пополнились 16. В процессе заключения новых договоров и расширения площадок. Если вы посмотрите, цена производственных помещений у нас начинается от 250 рублей за квадратный метр производственных складских от 100 рублей. Могу заверить вас, что это цены минимальные в городе Нефтеюганске. Мы делаем ставку на то, чтобы давать льготную аренду помещений, так как основная наша функция – это развитие промышленного производства, создание рабочих мест тем самым. И мы, в том числе, не сказал самое главное, мы созданы правительством Ханты-Мансийского автономного округа Югры. После визита в Нефтеюганск члены делегации поделились впечатлениями с губернатором округа и доложили о результатах встречи. Как выяснилось, гости переговорами остались довольны и теперь надеются на плодотворное сотрудничество. Мария Сираева, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск».